27 июля 2021 год, Харьков, 5.22 по Киеву, Харькова. И луна красавица. Уже при дневном свете. Очень классно вот этот кратер. Не видел я при таком освещении на линии терминатора. Вот получается, что сдвоен этот кратер в таком ракурсе. Прямо по центру сейчас. Сильно нам помешал ветерок. Ну, в общем-то, то, что я взял аппарат на работу. Оказалось правильным решением. 5 угловых градусов справа. Как я не сейчас Юпитер, снимал я его. Несколько минут назад, с полчаса, наверное. Но уже, конечно, его не видно. Вот сейчас он справа должен быть. В углу где-то вот здесь. Но уже надежды нет, конечно, его видит слишком светло. И слишком низко он над горизонтом, через плотный слой атмосферы на него смотрим. По-моему, ваш ХПИ. Харьковский политехнический. Ладно, поехали. Еще разок глянем на Луну и уже пойдем таки на работу. Только не забыл, где она находится. Вот ты моя красавица. И кратер Аристарх вверху слева белеет. И кратер Платон увидел. И ветер. 5.25 по Киеву, Харькове, 27 июня 2021 год. Пошли работать.